Страшный звук. Ладно, просто... О, блин, ты кто такая мразь? Ты кто такая мразь? Как от тебя отмахнуться? Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами едем на лифте. А точнее, жестко и быстро падаем. Все потому, что мы играем в Doors 2. Наконец-таки он вышел. Нам открылся новый этаж, который называется Шахты. Помните, мы с вами играли в эту игру? Господи, по-моему, два выпуска было, но были супер насыщенные выпуски, которые я очень долго проходил, очень много раз запарывался. И вот мы упали. Шахты. Интересно, сколько раз я буду запарываться здесь. Наверняка нас ждут новые монстры, новые сюрпризы. Графика осталась такой же, но, блин, мне всегда нравилась атмосфера Doors. Я небольшой фанат Роблокса, но Doors мне очень понравилась. Я знаю, что есть еще игра Pressure. И она вроде бы похожа на Doors, но я не играл, не видел. Но если хотите, мы можем вместе с вами поиграть. Так что пишите в комментах. Итак, что это у нас такое? Это шкафчик, в который я думал, что я спрячусь, а я не спрятался. Наверное, здесь как-то можно рыться, но не получается у меня сейчас. Так, здесь есть устройство, какой-то агрегат. Что? Нужна лампочка. Наверняка это здесь. Нет, не здесь. Тогда стопудов здесь. Вот она. Стоп, а давайте сразу все открывать. Нет, тут проводочки. И зажигалка. Вставляем. А, и нужна будет еще одна лампочка. Она у нас наверняка будет в этом столе. Есть. Так, а шифтить здесь нельзя. По-моему, тут бег включается автоматически в нужных комнатах. Хорошо, врубаем. И думаю, можно проходить. Смотрите, можно толкать тележку. Ой-ой-ой, стой. А зачем это? Зачем эта функция? Наверное, будем двери вышибать потом. Так, по ящичкам роемся. Стоп, что-то я вижу. Это что? Видимо, какая-то лампа. Все, мы можем идти. Gate power у нас включено. Дверь 101-я. Ну, погнали. Че, давайте сразу тележку погоним. А, нет. Нам нужно ее в эту сторону будет толкнуть. Все, меняем направление. И вышибаем эти доски. Давай, толкай. Красава. Здесь ничего нету. Вот такие толстые шкафы. В них можно как раз-таки прятаться. Давайте, выходим. Что это, бабос? Дверь 102. Сразу роемся. Нет, стоп, я не хотел сюда. Это большой. Погодите, есть. А, у нас полное ХП. Че, нельзя про запас взять, что ли? Обида. Гребаная обида. 104-я. А это 103-я. А зачем нам вот сюда нужно идти? Просто так? Тут есть какая-то дополнительная дверь. Зачем? С вагонеткой, которая просто... туда-сюда толкается. Я не знаю, для чего это надо. Это чтобы просто сомнения поселить в моей голове? Ладно, идем. Вот это очень большая комната. Налево, направо, куда идти? Так, еще один пластырь, который мне нельзя взять. Дайте что-нибудь полезное, чем я могу вооружиться. Ничего нету, но куча ящиков. Оп, еще два пластыря. Да сфига ли? Я тут что, должен был уже коцаться? Всего лишь 4-я комната. Вот будет забавно, если за сегодня все 100 дверей открою. Вот, бабос. 105-я. Ой, страшный звук. Что это значит? Я забыл, что значит этот звук. О, тихо! Слышите? Где? Да где? Она сделала. Она сделала пс. Но ее нету. Помните, это пугашка зубастая? Смотрите, можно пойти туда? А может сразу 107-й?
Я не думаю, что я что-то прям очень важное упустил. Нам лучше проходить вперед. Так, запоминаю. Ой, еще какую-то штуку взял. Когда Rush летит, это мы слышим звук и начинают мерцать лампы, по-моему. Окей. Что у нас здесь? Ой, что это? Что это? Что это? Понял. Окей, я понял. В этот раз появление Раши предвещает землетрясение. Идем. И все стало пипец как темно. Ну-ка, зажигалочку давайте. Что это? Батарейка. Главное здесь не задерживаться. Я не хочу тратить зажигалку. Но здесь может быть полезное что-то. Когда что-то полезное может лежать по пути, я буду собирать. А вот так вот слишком далеко уходить, что-то стрёмно. Опа, есть. Все, идем. И здесь темно тоже? А, просто кинем давайте одно. Оп. Нормально, так закинул. Что? Что там? Деньги. О, блин! Она же не псыкнул мне! Каждый раз пугаюсь эту тварь. Всегда так неожиданно появляется. Смотрите, здесь светло, это хорошо. Какого дьявола? Какого? Что? Опять ты? Фигура? Так, присели. Где он? Он вот внизу ходит. Че это он так рано появился? Стоп, погодите, вагонетка. Он, видите, наверх не пойдет. Я думаю, нам просто не стоит к нему падать. Аккуратненько. Я думаю, он просто так для устрашения здесь ходит. Ой-ой-ой! Что ты тележка делаешь? С ума сошла. Опа, стой, что-то еще? Батарейка. Окей, у нас здесь опять вагонетка, еще одна и еще одна. Это уже не смешно просто. Ладно, здесь просто вагонетки стоят и ничего. Уходим. Да, фигура не опасна для нас, когда она внизу. Окей. Окей. Ничего нет. Опа, смотрите, еще фонарик. И еще. Таких у нас целая куча уже. 7 штук. 112-й. 113-й. Твою мать, что это? Уа! Уа! Тихо! А! Какая мерзость! Надо присесть, я думаю. Они затушили! Затушили мою палку! Возьмем зажигалку тогда. Я... Эй! Что за нафиг? А, я понял. Хорошо, они вкоцывают меня. Стоп, а может быть не нужно свет? Свет не нужно. Их бесит свет. Поэтому они затушили палку. Куда нам? Блин, они так сделали нагло просто. Презентовали яйца и еще меня дверью обманули. О-о-о! Слушайте, что-то страшное. Давайте 114-й пойдем. Мне нужен пластырь сильно. Сильно нужен. А! А все еще за мной... Они все еще за мной летают? Да господи, тихо. Пластырь, спасибо. Окей. Все, палочек поднабрали. Пластырь собрали. Что-то еще я там взял. Понятия не имею, что... Ну ладно, кажется, мухи отстали. 115-й. Блин, 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 блин! Прячься! А-а-а, успел. Выходим. Мухи! Хватит, как вас убрать? Вон они повсюду летают за мной. Какого? Черт. Из-за тебя, тварь, не туда кинул. Слышите? Что за звуки? Надо туда еще один кинуть. Не верю своим глазам. Мне кажется, их там целая стая.
А, наверное, вода как раз-таки заставила их улететь, да? Так, а здесь что? Залутаемся? Она потухла, да? Она упала. Окей. Хорошо, я вернул ее себе. То есть, получается, мухи на несколько комнат действуют. А это что такое? Здесь нельзя зажигать ничего. 116-е. Здесь нельзя зажигать. А что все трясется? Ладно, идем. А я коцаюсь? Нет, я вроде бы не коцаюсь. Или мне просто дурно становится постепенно? Мне кажется, мне становится постепенно дурно. Надо уходить отсюда. 117-й. Хорошо. Окей. Продолжаем идти дальше. Мне бесит, что так темно здесь. Дайте уже светлую комнату кто-нибудь. Мне нравится, они прям сходу закидывают сюрпризами. Так, за мной тварь не наблюдает. Ага. Я так понимаю, больше всего я буду орудовать как раз-таки этими флеерами. Ну-ка, вперед кидаем. Ага, понятненько. Ой, большая комната. Ну-ка, а тут что? Ой, господи, огромная комната. 118-й. Или... Ой-ой-ой-ой-ой, гигантская комната. 117-й. Нет, это обманка. Блин, какая огромная комната. Нам в 118-й нужно, 100 пудов. Ах, я тебя увидел. Не смогла подкрасться. Начала спереди почему-то подкрадываться ко мне. Тупица. Я немножко не понял, вагонетки-то здесь зачем? Просто так они мое внимание отвлекают? Окей, еще одна палка. Еще и пластырь, и палки, куча палок. Спасибо. Ну что ж, 100 пудов нам сюда. Да. Да-да-да-да-да, и светло. Ах ты, ух ты, ты где? А, пошла отсюда, все, я уже не боюсь ее. Ну, просто толкаем, получается, и бежим вслед. Это было 119-е, все правильно, 119-е. Ой, свет моргнул. Плохо, это плохо. Ням-ням-ням, а у нас полная. Класс. Тут 21-е, это вранье. Это вранье, погодите. Не забываем ящички лутать. Может быть, зажигалку обновим. Может быть, фонарик найдем. Нет. Какого черта? Какого нахрен черта? Какого, блин? Какого... Теперь эта тварь появляется просто что... А, эта печать как бы его сдерживает, да? Он не сможет пройти здесь. Ладно. Тогда нам, видать, нужно... Где он? А, он с той стороны сейчас пройдет. Черт. Тихо, не иди. Не иди сюда. Мама! 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 Есть! Успел! Успел! Фу, какой это был миллиметраж! Все, нельзя паниковать! С ним нельзя паниковать! Так, куда пошел? Так, нам главное сейчас просто его обойти. Вот сюда. Да? Он же сюда идет. Отлично. И вот здесь я просто прячусь! Он ушел. Он возвращается. Что? 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 Какого? Что-то не позволяет тебе спрятаться здесь? Что мне не позволяет?
Что ж, ты победил отель и прошел так далеко. Поздравляю и спасибо. Тебя убила так называемая фигура. Придется играть снова. Или мы можем просто возродиться. Или мы не можем. А, надо было нажать возродиться. Я не могу. Черт. У меня была возможность, я ее упустил. Я забыл, как эта механика работает. Хотел считерить, и в итоге поимел себя. Ладно, всего 120-я комната. 20 комнат всего прошел. Хотя это почти что четверть. Я не обещаю, что я за сегодня все пройду, но я очень постараюсь. Опа, смотрите. В 102-й комнате какая-то лестница. Такого я не видал еще. Лестница это что-то новенькое. Это что-то необычное. Все окей, 103-я, пошли дальше. Водиться. Что за звук? Что был за звук? Страшный звук. Ладно, просто... Ой, блинушки, ты кто такая мразь? Ты кто такая мразь? Как от тебя отмахнуться? Это белый скрич. Просто пранк. Смотрите, вон сидит. Они сидят. Они внизу. Получается, одна была внизу, под водой. И одна сидит наверху. К ним нельзя подходить. Мерзкий белый скрич. Вот что-то за смех был такой. Так, надо внимательно, получается, смотреть. Наверху их нет. Ну, тварина. Все, путь свободен. Все нормально. Такой он смешной на потолке сидел. Стоп. Я не в ту сторону пошел? Я не в ту сторону пошел. А как я здесь оказался? Как? Ладно. Темно. Кидай. Хоть там ржать. Ой, вот еще одна. Понятно. Здесь надо быть очень бдительным. Тихо. Звуков тут не надо мне издавать. Еще выше. Что-то ни хрена же не видно. А, я просто так сюда пришел. Спасибо. Гребаные лестницы. И с них нельзя спрыгнуть причем еще. Окей, значит. Так, тихо, тихо, тихо! Ваш черный сородич. Так, ну хорошо, если я знаю, как с ним бороться, то как с вами бороться? Понятия не имею пока что. Попробую присесть. А может кинуть в тебя? Ау! Это типа получилось? Слышите? Глаз! Тюх ты ж сволочь! Ах ты ж сволочь! Короче, в них надо обязательно кидать. Они, короче, напрыгнули на тебя и подохли. Теперь нам нужно с глазом как-то разобраться. Разбираемся с ним вот только одним способом. Поворачиваться к нему жопой. Так, с какой стороны он? Сейчас. Тихо! Не надо, не надо выть. Неприятно. Какую сторону, блин? Да господи Иисус. О-о-о! Он что, летает? Он перемещается! Он перемещается. Нам нужно вниз. Видать. Какого хрена чуть не посмотрел на него? Хотя, технически я на него посмотрел. Блин! Их двое здесь, оказывается. А в какую дверь мне пойти? Они все сломаны. Тихо, ребятки, не горячитесь. Блин. Как опасно здесь. А как мне слезть? Вот. Тихо, не смотреть, не смотреть, не смотреть. Присел. Пошли. Не сюда. Не сюда. Пластырь, спасибо. Таких надо больше. И не дай бог, они еще с дверью пранк сделали. Да вы. Да дайте мне отсюда уйти. Есть! А, спасибо. Да, интенсивно они тут мне подкидывают сюрпризики. Правильно? Правильно. 107-я. Не забываем, что это 107-я. Так, оп-оп. Никого нет. Нужен пластырь. Тихо. О, гнида. Гнида наверху. Хорошо, что он посмеялся. Так, 107-я была, значит, 108-я. Погодите, давайте вот сюда зайдем. Тихо. Туда я не полезу. Нам нужно в 108-ю. Может быть, еще здесь что-то есть? Вот здесь. Ага.
тебя был пс. Он псыкнул, но никто не напал. Дайте мне пластырь. Подлечить мою жопку надо. Тихо, есть. Хорошо. Есть надежда, да. Да. Почти что фулл ХП. Аж шикардос. А та штука не перемещается, надеюсь, нет? 108-й, пошли дальше. Смотрим на потолок. Надо всегда смотреть на потолок, они повсюду могут спавниться. Это была 108-я. Какого черта, пошел. Плюнуть ему в рожу надо. А. Все, гоу. 109-й. Че, куда нам? Пустая. Это тоже пустая дверь. Ну ладно, пойдем за... Ой-ой-ой-ой-ой. Интересно. Необычно. Скорее всего, это будет меня коцать. Ну-ка, что это такое? Мы не можем. Нам нужен ножик какой-то, скорее всего. Тихо, что? Что здесь лежит? Вот оно что. Опа! Какая огромная хрень. Это такой фонарик получается у нас. А мы еще можем вот так вот коцать? Получается, да, у нас еще осталось. Убираем. Ну-ка, давайте посмотрим, насколько он светит хорошо. У-у-у-у! Вот для него и батареечки будут нужны. А куда я полез? Нам же сюда не надо. Опа, смотрите, еще что-то. Как все это интересно. Но нам надо идти дальше. Что это? Смотрите. Тварь сидит. Я только что был там. Я только что там был. Как мне повезло, что он там не появился. 110-й. Нет! А, да, все нормально. Это просто нижний. 111-й. Ух. Все, мы полностью восстановили свое здоровье. Давно раша не было. 112-й. О, нет! О, нет! О, нет! О, нет! О, нет! О, нет! Скорей! Урод! Есть! Экстремально. Максимально экстремально было. Все, можно выходить? Что-то трясется нахрен. Батареечка нужна, вот. Хорошо с ней. Уа! Гнида! Маленькая гнида. Так, и здесь тоже проблема. Надо... Давайте экономить. Ага, понятно. Сверху точно будет, да, тварь? Или снизу? Еще надо туда, вдалека кинуть. Оп. Прекрасно осветил комнату. Сверху или снизу? Нигде нету. Какие пустые ящики. Помните, нас раньше палками, флеерами закидывали просто. А теперь их нету. Потому что дали фонарик. Ой. Ой. Темно. Как-то так. Слышите? Что это? Ноу, 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 мухи. Черт, черт. Хорошо, нужно три лампочки найти. Здесь их нет. О, а, видите, что делают? Видите, что делают гниды? Да, три лампочки. Ой, 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 ой. Вступил в говно, вступил. Черт. Как вовремя успел. А? Не трогайте, пожалуйста. Окей, здесь нет ничего. Идем дальше. Какие-то маленькие яйца нынче. Давайте быстренько свет сделаем. Вот в ту сторону. Вот здесь, может быть, будут лампы. Так, вагонетка. Да господи. О, слышите, тварь. Псыкает мне тут. Где ты меня так псыкаешь?
А почему мухи сюда не летят? Да господи! Опа, гейт пауэр. Да не могу я гейт пауэр, пока лампочек нету. Ладно, видимо, погнали наверх. Очень большая комната. И здесь свет. Потому что лампа одна здесь. Тихо, тихо, тихо. Все, они уже, получается, начали светиться. Значит, я их точно найду. Очень легко. А, стоп, я здесь двери пропустил. Вот ты где. И вот третья. В этот раз мухи не очень агрессивные попались. У-ху. А вот эта тварь достала уже. Подключаем. Можно идти. Главное на яйца не наступить. О, простите, 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 наступил. Окей. Идем, идем. Теперь главное на свои яйца не наступить. Когда я иду в приседку, они такие огромные, что легко наступают. Поэтому надо быть аккуратным. 115-е, ура! Ура! 115-е, гонешь! 116-е, следующее. Пошел ты! Пошел ты! Но! Но! Нет! Как мне... Урод! 117-е, верно? Верно. Так, здесь ничего не включаем. Никаких зажигалок. 118-е. Нужно просто быстро пройти. Только главное, чтобы никаких других ловушек не было внезапных. Во! 119-е. Что это значит? Это раш. Ну ладно, к нему мы готовы всегда. Однако стало темно. Все, идем. Блин, какая темень. Ага. Угу. Так, наверху никто не сидит. 121-е. О, вот, вот началось. Надо вот туда закинуть одну. Гад. Он это видит, да? Он, кажется, это видит. Я помню, что там какая-то еще мини-игра, вроде бы. Какая-то мини-игра, если я... Блин. Если я в шкафу прячусь, и он заметил, что я там спрятался, начинается какая-то мини-игра с пульсом. Надо еще вон туда один свет кинуть. Говно! Говно брос... Как он меня спалил. Тайминги. Надо попадать в тайминги. Вот он пошел сейчас налево, да? Не, ну пошел не туда, куда я хотел. Ну ладно. Черт, гнида. Хорош. Да блин! Ну все, вот теперь хана. Ну вот теперь я успел. Я успел, я успел. Да дай мне пройти уже. Гнида, 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 гнида. Все, все, уходим. Уходим. О, господи. О, господи. Так, надо кинуть свет. Хорошо. Блин! Уродец. А почему здесь нет печати лунной? Он, видимо, может сюда пройти, если вдруг я затуплю. Так, хорошо, пополнили. 123-я комната. И здесь опять 123-я. А-ха-ха. А я был внимателен. 124-я, нам сюда. Вот сюда. Нет, все нормально, у меня полный хп. Вот это что за нах? Что за нах? Что за нахрен? Что за нахрен? Что, блин, за нахрен? Что должен сделать? Назад? Что делать? Какого делать? Каким образом что-то надо делать? Понятия не имею. Что это? Воу! Все, я понял. Ни хрена. Я ни хрена не понял. Так, ты сделал это, молодец, дайте подсказки читать. Я в тот раз тоже запарывался. С этим монстром. Не знаю, что это за монстр. Ты умер от Халта. Ты должен просто убежать от него. Так он же меня коцал. Однако он может появиться перед тобой в любое время. Ладно, возродимся, пожалуй. Вот мы здесь. И где это мы? Здесь это где? А где все мое... Где все мое барахло? Погодите. А где все мое барахло? Все, что нашел? Стоп, это мое... Вот все мое барахло. О, хорошо. Такое ощущение, как будто я в комнате Холта все еще нахожусь. Че это я взял? Какую-то штуку взял.
А, набор батареек? Погодите. Набор батареек. Класс. Адская куча палок. Давайте кидать всех. Хреновые броски. И понимаю, то он очень далеко кидает, то вообще не кидает практически. Вон туда нам нужно. Сейчас это, получается, вот здесь надо пройти. Смотрим на потолок. На потолке может быть тварь. Нет, не оказалось. Здесь нам повезло. 125. Как это так? Как это так? Что? 126-я? Окей. Слышали опять? Пс. Он издалека мне. Пс. Так, что у нас по здоровью? Нормально, здоровый. 127. Нет! Это раш. Ой, у него какой-то странный раш. Что-то вот такое не должен быть. С мухами. Раш с мухами. Выходим. Блин, обратно. Что-то не позволяет. Что-то мне не позволяет. А! Тихо. Я не знаю, что мне... Позвольте, пожалуйста. Позвольте мне. Забирайся, дружище. Что-то мне не позволяет. Я себе позволяю всегда спрятаться. Вот бы пластырь, спасибо. Ой, господи, исполняет желание игра. Вот бы еще один пластырь. Золото дала. Здоровье не купишь. Нихт мухен. О! Быка! Просто одними звуками комментирую видос. Ну а если так подумать, а зачем этот трёп нужен? Мы же играем, чтобы получить эмоции. Соответственно, нужно просто эмоциями общаться вместе с вами. Эй! У-у-у! О-о-о! Просто самый примитивный летсплей в мире. Да скрич ты, да хватит уже, насколько можно. О, ноу. О, ноу. Это раш? Или просто? Это просто. Все, отсюда просто надо уйти побыстрее. А, здесь уже с загадками. Ну-ка, ломать. Есть. Какого дьявола, что там? Мухи, аккуратней. Что это такое? А-а-а. Я думал, это какие-то лампочки или глаза в темноте. Это просто блики. Есть! Да, 132-я комната. Неплохо идем. Может, даже выиграем? Вау! Так, есть, батарейками обжился. Какая тварь, какая тварь. Вот теперь пластырь искать. 132-я комната. Забыть. 133-я. Это правильно. Сколько можно? Скрич, ты чё? О, опять! Здесь просто всякие прикольные штуки мы забираем. Ой, еще одни. А, мы не можем взять, потому что, видите ли, у нас одна такая уже есть. Да я бы нашел, куда сложить. Ладно, давайте просто открывать. Пусто? Нет. Какая-то... Еще один фонарик. Черт. Ладно, я лучше возьму еще один фонарик. Итак, 133-я была сюда. О, боже мой. Легкая комнатка. Спокойная. Ничего такого не было страшного. 134. Здесь лампу нужно будет найти. Окей, одна есть. А, всего одна и нужна. Сто тридцать пятая. Мне не нравится. О, он издалека, кажется, летит. Все, выходим. Давайте проверим новый фонарик, который мы нашли. Ой, какое говно! Ой, какое говно! Ну ладно. 130. Что? 103. Сейчас. 136 было? 136, по-моему, нам сюда. Нет?
Нет. Блин. Обида. Но теперь, получается, нужно лутать и... Уа! Ну, теперь, получается, нужно лутать, искать пластыри. Побольше дайте, пожалуйста. Есть! Хотя бы один. Посмотрите, какая там гнида сидит, стрёмная. А, Раш выбил же дверь, нет? Он открыл ее, да, 136-я. Все правильно, 136-я, мы правильно идем. Я сомневаться уже начинаю. Все двери открываются от тебя. Сейчас мы найдем. Сейчас мы найдем и все сделаем. Окей. Ну что ты пристал ко мне, а? Крест. Но для этого придется выбросить крест. Я не знаю для чего, я не помню для чего он нужен. Здесь есть еще один ящик. Хорошо, тут у нас и пластыри. Набор пластырей. Давайте заюзаем. Ам? Че? А как? Подожди, стоп. Еще раз. Так, плюсик. Я подобрал или что? Слушай, погоди, не мешай, я пытаюсь разобраться. Как мне полечиться? А, надо убрать. Вот. Yes. И еще раз. Да, надо, получается, убирать из рук, чтобы лечиться. Классная находка. Можно от зажигалки избавиться, точно. А палки нужны. А палочки нужны. А, блин. А вот это что такое? Это лазерная указка. Я избавлюсь, я думаю, от... От батареек, наверное, лучше избавиться. Да. Их у меня навалом. У меня света навалом, в принципе. Все, идем дальше с крестом. Вау! А то отойди от меня. Ой, глаза. О, глаза. 137-я комната. Мы сейчас будем от глазика бегать. А когда мы будем от него бегать? О! Блин, мы еще пополняем пластыри. Вот это круто. 139-я. Скоро мы будем бежать от Сика. Ух. Ой, он отсюда спрыгнет, да? Ой, как вязко здесь. Нет. Прикольно, они сделали новое появление ему. Куча говна кто-то смыл. И оно превратилось вот в Сика. Ладно, побежали. Черт. Прыгать? Ой, как плохо я прыгнул. Ну ладно. Вот сюда. За пучком. Оп! Сейчас неплохо, ну говна, говна кусок, я плохо прыгнул на самом деле. Так, 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 тайминги, вот, так. Вот! Вот все время так будет делать или нет? 143-я комната, нам налево. Прыжок! Он всегда так делает. Второй раз зачем-то прыгать, я не знаю для чего. Ой, камни. Просто беги, Евгений, ты сможешь. А вот сейчас он не прыгнул, 144. Оп! Неплохо! Давай! Давай! Есть! Еще чуть-чуть осталось. Какого? Нет! Нет! Что я должен сделать? И чего это так и на... Опа! Какая прикольная погоня! И я посмотрел назад. Господи, здесь надо было выбирать путь. Так хорошо все было. Сик поймал тебя. Нет, не поймал. Технически не поймал. Это я просрал. У него шансов не было меня поймать. Ладно, мне понравилась эта новая часть Doors. Очень крутая, очень многообещающая. Много сюрпризов, самое главное. И даже старые элементы, которые уже хорошо знакомы, преподносятся по-другому. Кроме Скрича. Эта тварь бесит постоянно, слишком ее много. Мы пройдем эту игру в следующей серии обязательно. Я надеюсь, что вам понравилось. Если так, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Заходите в мой Boosty, заходите в мой Telegram-канал. Там я очень много интересной информации пощу по поводу съемок, которые у меня недавно прошли. И которая еще на самом деле не закончена. Еще, нет, наверное, 2-3 дня съемок будет короткометражки офигенной. По игре Buckshot Roulette. Короче, вся эта информация будет там публиковаться и на Boosty тоже. Также в мой ВК заходите, он тоже есть. Возможно, вы уже там. А если не там, то все будет в описании. С вами был Юджин, спасибо всем большое и всем пять!